Московскому метро, увы, не светит слава лондонской подземки. Ночной режим работы этого вида транспорта в столице не планируется. Так заявили в администрации московского метрополитена. Это связано с технологическим процессом. Для начала нужно построить дополнительные ветки метро. Плюс поддерживать инфраструктуру в безопасном состоянии. А для этого нужны серьезные ресурсы. Лондонскому метрополитену повезло чуть больше. Дублирующие линии там были построены изначально. Поэтому его и смогли сделать круглосуточным. Напомню, лондонский метрополитен заработал в новом ночном режиме. Мэр города Садик Хан прокатился на нем одним из первых. Я так взволнован. 153 года прошло с момента запуска первого поезда в лондонском метро, и вот мы запускаем ночные поезда. Люди смогут не только быстро добираться до работы, но и спокойно и безопасно возвращаться домой из кино, театров и фестивалей. Это большая победа для Лондона. Ветки Центральной Виктории соединяют теперь город крест-накрест, запад с востоком, юг с севером, соответственно. Цена за поездку ночью такая же, как и днем. Правда, увеличился интервал ожидания поезда до 20 минут. Работают не все машинисты и поезда. Зато появится дополнительная охрана пассажиров. Покой лондонцев в ночи обеспечат сотни сотрудников правоохранительных органов. Всего же на карте лондонского метро 11 веток, я напомню, это 270 станций. И те, кто живет поблизости них, в ночном движении несколько скованы. Кстати, в ожидании прибыли руки потирают не только администрация метрополитена, но и владельцы баров. Связь следующая. Лондонские бизнесмены уже подсчитали, что работа метро в ночную им принесет около 100 миллионов долларов в год. Именно столько должны оставить в кассах посетители ночных баров. И вот уже из лондонских баров и клубов в подземку потянулись первые пассажиры. Видимо, эти люди по-особенному отпраздновали открытие ночных веток метрополитена. Зрелище настолько забавно, что здесь и не нужно, я думаю, лишних слов. Смотрите и наслаждайтесь. Сказать могла бы много я о жизни метрополитена. Но это на метро, друзья, мы опоздаем непременно. И в ранний час, и в поздний час вы о метро не забывайте. И в поездах подземных час вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло, в нем просторное тепло. Летом в нем прохладно, а зимой тепло.